Какой должна быть работа будущего? Поиск ответа на этот вопрос теперь прямая обязанность исполнительных органов власти. Сегодня областные депутаты наделили их основным полномочием – анализом востребованности тех или иных профессий. Механизм исследований до конца еще не прописан, однако точно известно, что их будут проводить сотрудники центров занятости населения. Будут, видимо, даны рекомендации потом и учебным заведениям, и среднего звена, и высшего звена, какие профессии сегодня более нужны. Вот. Но я думаю, что это должно быть идти на дальнюю перспективу. На один год это совсем плохо. Я думаю, у нас обучение в вузах составляет 5 лет, то ну, хотя бы минимум 5-летка должна быть. Насколько перспективным должен быть анализ, точно неизвестно. Практика принятия решения в несколько этапов для депутатов не нова. Именно так увеличивалась рассрочка с 5 до 8 лет при выкупе предпринимателями арендуемой у государства недвижимости. Увеличение срочки оплаты арендуемого имущества еще на 3 года – это будет весомая помощь для предпринимателей, которые сегодня выплачивают это имущество.